Только не играйся ничего. Миша. Зашел вас обрадовать. Сегодня мы идем в ресторан. Нет, подожди. Касается... Может быть, подожди. На лифте можно. Нет, подожди, Коль. Давай. Он ее напугает просто. Подойдем, она со своих маркеров. Нашел вас. Что-нибудь сделай с ней внешность какую-то. Хорошо. Такую в своем роде. А, здесь можешь, кстати, кепку. Кепку не заигрывать. Да. Внимание! Да. Она просто один. Они мало папок-то. Три же папки надо. Давайте просто какие-то цвета уже были, я давай быстренько. Не, ничего страшного, что были, да. Репетируем, да. Не, иди за папочками, принеси на репетицию. Начали! Миша! Зашел вас обрадовать. Завтра мы идем в ресторан. А что касается домашних дел, то этот вопрос вы должны будете сегодня же снять. Есть у меня подарок моей очаровательной. И пошли, моей... а? Ну и что, и девушки пошли, получается, да? Сразу. Да. Давай я дверь закрою. Не хочется закрывать дверь. Так. Позвольте в честь вчерашнего знаменательного для всех вас дня поздравить вас с Новым годом.
овцы, свиньи. Неважно, пришел крокодил и всех съел. Намек ясен. Спасибо большое. Снова город. И девочки под музыку. Пошли. Стоим здесь, Алена, не уходи, Алена. Там вот это вот Оленька. Вот так нормально-то? Ну, много вернул. Там еще какую-то фразу одну забыли. Вот так, да? Посмотрим по тексту. Ален, да, давай тебе точку найдем. Точечку тебе найдем. Давай, туда немножко, туда. Туда к Мише ближе. Миша ближе? Да, ты сейчас не в карте. Я могу ближе подойти. Нет. Вчерашнего знаменательного для всех нас дня поздравить вам с Новым годом и подарить этот символ любви и уважения нашего коллектива. Ура! Надеемся, вы будете беречь его. Да, надеемся, что найдете ему достойное применение в вашей нелегкой жизни. Мне кажется, что уже у нас до вольного текста. Старайся свет поймать, Катя. Неважно, пришел крокодил. Всех съем. Намек ясен, спасибо большое. Голуби, голубашки, крылья. Ваш коллектив замечательный. Вернулись сюда. Только что с ним будет теперь делать? Здесь его оставлять нельзя. Нас бывают клиенты. Ну что ж. Когда закончится рабочий день и все. Хорошо, я так буду тут. Давай попробуем. Да, я как бы начну. Давай, оправдывайте. Давай, на что? Камера. Начали! Спасибо.
и найдете ему достойное применение в вашей нелегкой.